Как Мини находит мое новое платье? Оно не очень меня полнит. Красивое. Я ведь была в парикмахерской. Разве Мини не замечает этого? Боже, что они сделали с моими руками? Маникюр, ногти цвета вишни. По-моему, это ужасно. Зачем же вы дали им это сделать? А может быть, не все находят это ужасным? Я должна поговорить с моими дочерьми. Мини должна сказать им, что я их жду. Слушаю. Мам, что случилось? Ты звала нас? Мне через час надо быть в опере, я еще в таком виде. Что с тобой случилось? Дети мои, я должна сказать вам нечто важное. Боже, я сгораю от любопытства. Что такое? Я решилась на один шаг. Что же это за шаг? Ты что, мама, собралась сделать? Что-то я раньше не видела тебя такой элегантной. Оставь, пожалуйста, я просто старый домашний пылесос. Вы, девочки, стали уже взрослыми. Вот ты, Паула, выходишь замуж. Наконец-то. Да. А ты, Ирма, все-таки стала балериной, хотя я всегда противилась этому. Но ты добилась своего, и я уже ничего не могу сказать против. Ага, зато театральные критики могут. И Санту. Она живет своей жизнью, и я не собираюсь ей мешать. Но я так часто чувствую себя абсолютно одинокой. Мамочка, ну о чем ты говоришь? Мы же рядом с тобой. Да, когда ты, Паула, уйдешь из этого дома, я целыми днями вынуждена буду здесь быть одна. Конечно, и по вечерам тоже. Я понимаю. Ну вы же это прекрасно знаете. Мама хочет пойти работать? Боже мой, о чем ты говоришь, дочь моя? Я даже об этом не думала. Я намерена выйти замуж. Замуж. Мама, ты что, это серьезно? Поздравляю, тебе это не впервой. Он должен прийти сюда с минуты на минуту за ответом. Вы его знаете, это преемник вашего отца в университете. Профессор Харью. Да, дочь моя. Мамочка, ну что мне тебе на это сказать? Ну, я ведь скоро буду иметь свой дом. Так что желаю счастья вам. Может быть, и неплохо, если за столом будет сидеть отчим. Желаю счастья, мама. Дорогие мои девочки, боже мой, я так вам благодарна. Я была уверена, что вы меня поймете. А Санту? Санту. Как ты думаешь, что скажет она? Ну, я думаю, что ее экзамены важнее для нее, чем мое замужество. Вот увидите, Санта узнает, что у нее есть отчим не раньше, чем через год. Да, это очень. Дорогие мои, идите, идите, он должен прийти сюда с минуты на минуту, и я не хочу, чтобы он видел, что я его жду. Пусть лучше он подождет меня. Мамулечка! Еще не три. Пожалуйте, господин профессор, проходите. Я пойду доложить хозяйке. Ларёс, Ларёс, Ларёс. Да, да. Добрый вечер, профессор Карвилл. Добрый вечер, господа Гассель. Проходите, пожалуйста. Благодарю вас, благодарю. Добрый вечер. Присаживайтесь, вот тут вам будет удобно. Благодарю. Я знаю вас уже не первый год, дорогой друг. С тех самых пор, как моего мужа назначили профессором. Так
пору, я это отлично помню, вы были в числе тех, кто приходил поздравить его с назначением. Да. Госпожа Кассель, вы помните меня с тех пор? Значит, я произвел все впечатление тогда произвел. Да, по-видимому. Но за эти годы так многое случилось, друг мой. Да, много. И надо надеяться еще, что-то произойдет. И я очень рада, что именно вы получили должность моего мужа. Да. Я намного талантливее. Намного способнее. Да. Извините, я... Я думаю, что и он сам не мог бы найти боль. Извините, я на самом деле открыл новые умысли, которые открыл новые перспективы. И очень этому рада. Госпожа Касси, знаете ли вы, зачем я пришел сюда? Знаю, друг мой, знаю. Господи, боже мой, никогда не был в подобной ситуации. Черт! Я вынуждена буду вам помочь. Судя по тем словам, которые вы сказали на прошлой неделе, я могла понять, что вы просите моей руки. Да. Так оно было. Но было так. Ну. Мой ответ положительный, друг мой. Называй. На мой взгляд, ты мила, хороша. Есть даже намного толще. Боже мой. Не ты, на многих лет. Дорогой мой, неужели ты только это можешь мне сказать сегодня в такой день? Не мешало бы теплых слов. Хоть пару теплых слов. Игрушка моя, только не обижайся. Я не хотел тебя обидеть, я хотел сказать правду, но я еще не научился лгать. Я тебе верю. Но я хотела бы... А чтобы ты распространил свою нежность и заботу также и на членов моей семьи. Готов? Паула, она выходит замуж. Понимаешь, ее жених Эрки Карило, агроном. Я помню, что она была обручена с аптекарем. Была, но из этого ничего не вышло. Моя вторая дочь, Ирма, она танцует в балете, и она далеко пойдет, у нее очень красивые ноги. И есть еще Санту. Санту? Да. Прости, пожалуйста, я никогда не знал, что у тебя есть сын. Нет, Санту — это моя дочь. Санту — это же мужское имя. Да нет, это ее настоящее имя — Эльза. Это просто мы зовем ее Санту. И понимаешь, она, я даже не знаю, как тебе это сказать, но она немножко со странностями. Что, с головой не все в порядке? Нет, что вы... Друг мой, не просто она с самого детства не такая, как все. Вот когда я ждала ее, мне в руки попалась одна книжка. Сказка про безобразную Эльзу. И вот Эльза из этой сказки была безобразна и зла. И самым ее любимым занятием было дразнить и мучить людей. Вся деревня боялась ее. А родители просто терпели от нее одни неприятности. И вот однажды она взглянула на себя в зеркало и увидела, как она безобразна. И это стало страшно мучить ее. И в один прекрасный день к ней явилась фея и открыла ей один секрет, что если она будет доброй, кроткой девушкой, то она станет красавицей. Эта сказка произвела на меня ужасное впечатление. Я стала бояться, что ребенок, которого я ждала, будет похож на Эльзу вот из этой сказки. И родилась девочка. И мой муж настоял, чтобы я назвала ее непременно Эльзой. Боже мой, у меня с этим ребенком были одни неприятности. Уже в 5 лет она бегала по улицам, дралась со своими сверстниками, мальчишками, побеждала их. А ее самым любимым занятием было гулять на задворках и на грязных улицах. Но теперь она выросла, она не дерется, как она сейчас. Ну что ты, она учится в университете, она изучает естественные науки, химию и еще что-то там в этом роде. Она очень способная, но я никогда не могла понять ее. Хотя она и моя дочь, а муж ее просто обожал. Ничего. Теперь, когда стану хозяином в доме я
заставлю ее подчиняться всем тем правилам, которые здесь заведу. Это будет трудно, друг мой, очень трудно. Видишь ли, все дело в том, что Эльза усвоила учение своего отца. Какое же учение? У моего мужа были собственные представления о любви. Он считал, что истинно цивилизованный человек может регулировать ее по своему желанию. Регулировать? Как да. это? Извини, я не могу вдаваться в интимные подробности пока что. Но я хочу, чтобы ты понял, Тави, я очень многое потеряла из того, что называется семейным счастьем. Я очень надеюсь получить это от тебя. Тави, никаких учений, Тави. Никаких учений. Ну, пойдем. Пойдем, я покажу тебе дом, который вскоре должен стать твоим. Пойдем, друг. Он и раньше захаживал. Так вот, может случиться, что у Санту скоро будет новый папа. Чего? Папа. Чего ты тут стрекочешь? Я все знаю, профессор же сама сказала другим барышням. А вот что Санту скажет на этот счет? Да какое мне дело, кто там будет храпеть рядом с моей матерью? У меня своя комната. Давай двигай отсюда, сорока. Ну, сорока и сорока тоже ведь птицы не хуже этой старой вороны, которая недавно сюда залетела. Пожалуйте. О, Эрки. Добрый день. Добрый день. Вот это. Ой, боже мой, какая прелесть. Да. О, боже мой. Ой, Санту, милочка. Пойди, пожалуйста, в свою комнату. Слышишь, Санту, почитай. Мне нужно поговорить с Эрки. Санту. Неужели ты не можешь читать свои собственные книги? Ну какого черта? Ты что, не видишь, я здесь читаю. Куда же мне его везти? На кухню, может быть, в нашу спальню? Не знаю, веди свою гориллу куда хочешь. Ой, какая же ты противная. Да если выражаться своими собственными словами, просто свинья. Всегда, всегда ты была такой. Входи, Эрки. Здравствуй, Эльза. Здорово, как дела с навозом? Спасибо, хорошо. Уже возим. Ты не обращай внимания, не обращай. Проходи. Садись. Санту, ты слышала новость? Наша мама выходит замуж за профессора Харью. Ну, мне-то какое до этого дело, а? Санту, ну что, ты не можешь сказать ничего приятного? Могу. На мой взгляд, вы будете на редкость счастливыми супругами. Правда, ты так да. считаешь? Потому что у вас у обоих потрясающий идиотский вид, а потом у вас есть что-то полностью механизированное, как если бы хлеборезка вышла замуж за комбайн. Ой, боже мой, Санту. Эрки, пошли в нашу комнату. Ирма сейчас уходит, так что мы можем поговорить спокойно. А тебя я просто не намерена видеть на нашей свадьбе, запомни это. Ты радуйся, если жениха там своего увидишь. Профессор Харвилла просил моей руки, я дала ему положительный ответ. Я надеюсь, ты ничего не имеешь против. Нет. Ну, дочь моя, поздравь свою маму. Что это? Вот это вот, что это? С чем тебя поздравлять-то, мать? Тем, что заполучила эту старую калошу. Как ты можешь? Как ты можешь так говорить? Сам, ты извини, дорогой. Ну, пойми, я же тоже хочу жить и быть счастливой. И я не такая уж старая. И потом твой отец уже 5 лет как умер. А я жив. В этом разница? Мать, опомнись. Что ты делаешь-то? Мало того, что одна твоя дочь берет мужья мешок с удобрениями, а другая невеста сразу нескольких дураков, и ты, мать, лезешь в это стадо, как старая гусыня, которая вообразила, что еще может снести яйцо, мать, а помнишь, что это?
Черт побери, она сумасшедшая, это ужасно. Уже этого я от тебя ничего не слышала. Это просто невыносимо. Дорогой мой, я оставляю девочку на тебя. Я пойду распоряжусь насчет чая. Дитя мое, постарайся меня понять. Ну? Ваш иск мне знаком, профессор. Иногда хожу на ваши лекции по химии, очень скучные лекции. Одна половина аудитории спит, а другая читает романы. Невероятно. Никогда бы не подумал, что услышу такое в этом доме и именно сегодня. А знаете, что тому виной? Ваши усы и борода, все ваши премудрости застревают в этой буйной растительности, и они просто не доходят до аудитории. Может, сбрить ее, а, профессор? Меня назначили профессором, хотя у меня была борода. И я не сбрею бороду, не сбрею, черт вас побери. А что вы разволновались так? Вы что думаете, я в нее собираюсь вцепиться? Не, пусть растет. Ну чего, любите мою мать, да? Конечно. Занятно послушать, как врет старый человек, занятно. Слушайте, я попросил вас... Не смейте говорить в таком тоне с женихом вашей матери. Я запрещаю вам это, запрещаю. Что вы делаете? Запрещаете? Ну, замечательно, это просто замечательно. Приходит какой-то тип в мой дом, заявляет, что будет моим папой, якобы из любви к моей маме, и он мне что-то запрещает. Нет, это просто замечательно. Это мне нравится. Никогда бы не подумал, что у Виви такая вы дочь. Вы называли бы ее хоть бы госпожа Кассель. Вы посмотрите на себя, когда вы говорите Виви, как это, как у вас неестественно кривится рот и как шуршит борода на весь дом. Распущенная девчонка. Когда я стану хозяином в этом доме, так. У вас будет такое... А вот теперь давайте сразу договоримся. Я вам разрешу тихо, спокойно сидеть в комнате моей матери, если вам это так сбрендило. У нее не мелькать предо мной, слышите? Дерзкая, вот это я вам не разрешаю. Иначе я просто... Безобразная Эльза, о которой только что рассказала ваша мать. Вот имени лучшего имени для вас не придумать. Безобразная Эльза. Что моя мать сказала? Она ничего не особенного не сказала. Она рассказала сказку о безобразной Эльзе. Надеюсь, вы читали ее? Ну, я читала, но я не думала, что... Чего вы не думали? Не думала, что вам все рассказывают сказки, профессор. Ну что, как это было? Вы сидели на коленях у маменьки, драндулет? Я попрошу вас, не называйте меня драндулетом. Я запрещаю вам это, запрещаю. Что вы делаете? Запрещаю. Чай готов. Пойдем, Тави. Я надеюсь, что Санту, то есть Эльза, развлекла тебя. Да, конечно, конечно, еще как, еще как. Смотри, не обожги рот чаем, пылкий Ромео. Безобразная Эльза. Чушь какая-то. Санту, посмотри, правда мило? Я хочу быть сегодня красивой, неотразимой. Ой, ну вечно одно и то же. Ну хоть раз в жизни ведь можно не быть неотразимой, а? Санта, это серьезно, это очень серьезно. Мы с ним познакомились на прошлой неделе. Сегодня он зайдет за мной, проводит меня в оперу, а потом... Я не знаю, что будет потом. Ну, я зато знаю, что потом будет. Это меня бесит. Это не дом, это какая-то брачная контора. Вся ваша жизнь заполнена одними мужчинами. Ну, как так можно? Санта, мне нравятся мужчины. Ты забываешь про любовь? Ой,
Так ты у нас, оказывается, влюблена. Это в который же раз? Ты об этом знаешь. Почему бы тебе не оставить нас в покое? Ты такая умная, образованная. Да я потому что не хочу, чтобы мои сестры выставляли себя в смешном виде. И потом, да, черт побери, меня бесит. Меня бесит, что матери загорелось выйти замуж за какую-то реторту. А где она найдет себе лучше? Между прочим, женщина, которая была замужем за моим отцом, не должна искать ему преемника. Вот отец, это был человек. Любил свои книги, свою работу, лабораторию, себя совершенствовал. Достиг самой высокой степени совершенства. Он управлял своими инстинктами, как послушными собаками. А как же мы тогда появились на свет? А? Да потому что он хотел, чтобы мы родились. Не случайно, а намеренно. И я с этим абсолютно согласна. И вообще, конечно, я настоящая дочь своего отца. И ты что же, не собираешься выйти замуж, иметь детей? Ну, я об этом не думаю. А потом мне бы ведь это было бы нелегко. А почему же это, а? Ну, я же Санту. Санту – чудовище, семейное страшилище, от которого бегут все мужчины. Безобразная Эльза. Так ведь? А вот именно, безобразная Эльза. Безобразная Эльза – это ты. Можешь не поверить, ни один мужчина в тебя не влюбится. Проживешь ты всю свою жизнь в келье, как монашка. Когда мы станем старыми, мы увидим, кто из нас прожил свою жизнь лучше. Ты со своей наукой. Или я рядом с моим героем. Ну, у тебя за это время будет не один герой. Жалко это существо. А ты посмотри на меня. Посмотри. Я артистка, но я и женщина. Быть женщиной прекрасно. А ты можешь оставаться безобразной Эльзой. Хочу я такой быть. Понятно? Петя, Ирма, он тут вот. Пригласить его войти или подержать в передней? Пусть Миня сначала пригласит его сюда. Надо же ему хоть взгляд бросить на мой дом. Ладно, только бы этот взгляд длился подольше, чем все прежние. Ну, смотри, держи в узде своего нового жеребчика и помни 10 заповедей, особенно одну из них. Да чего ж ты вредная? Барышня ждет вас. Вы ко мне? Мне нужно найти Кассель. Вы ведь найти Кассель? Да, найти Кассель это я. Ускаумунен, студент. Мой отец был близким другом вашего покойного отца, и он считает вас исключительно способной ученицей и говорит, что вам предстоит блестящее будущее. Правда? Да? А ваш отец член правления оперы или он сам танцует в балете? В балете? Нет, он не танцует в балете, он профессор физики, насколько я знаю. Господин... Ауманы. Да. Желал бы, наверное, встретиться с моей сестрой Эльзой Кассель. А разве вы Нэти Кассель не Эльза Кассель? Нет. Слава богу, нет. Блестяще. К Санту приходит в гости мужчина. Санту! Один самец желает тебя видеть. Ускаумунен, студент. Мой отец был близким другом вашего покойного отца. Ну, вы мне что, свою биографию хотите рассказать? Ближе к делу, побыстрее, я занята там. Меня послали к вам от корпорации. Мы ведь с вами в одной студенческой корпорации состоим. Ну, я не знаю каждую физиономию, я вообще там редко бываю. Кроме того, хотелось бы обратиться и по личному вопросу. Мой отец, у которого вы, Нэти Эльза, учились, посоветовал мне попросить вас подготовить меня к экзаменам по химии. Не нужна вам химия, ну, а ваше дело? Разрешите присесть? Нет. Благодарю вас. Вы, наверное, знаете, что наша корпорация в следующем месяце устраивает вечер. Ну, там
будут и живые картины. Ну и что, я должна в них участвовать, что ли? Совершенно верно. В этих вот живых картинах там будут различные человеческие особенности представлены. Ну, такие как добродетель, там честность, ну, искренность, ну и жестокость, и многое другое. Понятно. Значит, вот это многое другое должна изображать я. Ну, не все. Только безобразие. Чего? Прошу прощения. Да нет, ради бога, меня, в общем-то, это не волнует. Правда, я думал, что взволнует. Честно говоря, вы знаете, это поручение было таким трудным для меня. Да, это почему же? Ну, потому что, насколько я понимаю, ведь ни одна женщина не захотела бы взяться за такую роль. Да ради бога, я бы сыграла, правда. Если бы я захотела, я бы сыграла. Я просто не хочу. Что понятно? Понятно. Я просто правда не хочу. А кто вам дал это поручение, господин Амонов? А это, знаете, это вчера. Там ребята из корпорации, они меня послали к вам. Поди, говорит, спроси у нее. Понятно. Они, значит, считают, что я гожусь на да, эту роль, да? Да, они говорят, годится, говорят. Ну, а вы сами как считаете? А мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос. Это почему же, интересно? Ну, не хотелось бы. Нет, вы уже отвечаете, господин Аман. Да нет, знаете, не хотелось бы. Черт побери, отвечайте, иначе я вас выдеру за уши, я гожусь на эту роль. Нет, Элиза, я... Хорошо, я отвечу. Вы знаете, я считаю, что вы некрасивы, да. И ребята из корпорации смеются над вами, но вообще это не зря, потому что никто же ничего не может поделать со своей внешностью или сущностью. Ладно, хватит. Я сыграю вам эту роль. Правда? Спасибо, Эльза. Вы удивительно смелая девушка. Я бы никогда не подумал, что мне удастся вас уговорить. Хватит болтать, убирайтесь к черту. Да, 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 да. Прошу прощения, я не хотел вас ничем обидеть. Минуточку, господин Амонов. Да. Знаете, я вам, пожалуй, дам положительные ответы на вашу вторую просьбу. Я вас подготовлю к экзаменам по химии. Скажите, завтра. 20:00 вечера здесь. 8 это для вас не слишком поздно? Вас еще в это время не высаживают на горшок? 8? Да. Ну, я могу 8. Замечательно. Да. Чем я только смогу отблагодарить вас? Скрывшись отсюда и немедленно. Да-да. Простите, я буду точен. Спасибо. Алло, косметический салон Бьянка? Скажите, можно у вас завтра заказать время на 3 часа? Да. Да-да-да-да-да. Пометьте, пожалуйста, заказ на имя Нейти Кассель. Да, благодарю. Санту, 8 часов. Господи, помилуй. Ну? Что скажешь? Может, Санта умерла и превратилась в ангела? Ну что, смотришь, никогда не видел меня такой? И прям не видела, разве что во сне. Что же в Санту вселилось? Черт! Черт! Значит так, сегодня вечером я жду еще других гостей, кроме этого желторотого. Ты принимай их вежливо. Меня не беспокой, если понадобишься, я тебя позову. А если хозяйка или Нэти Паула нагрянут? Да. Они придут поздно, а Ирма в театре, это же ее платье. О, пришел? Я открою. Давай, зови его сюда. Ну? Он пунктуален.
Пожалуйте. Благодарю вас. Добрый вечер. Я пришел, как договорились. Добрый вечер, господин Амнон. Простите, я, наверное, ошибся. Вы ведь Нейти Кассель, Эльза Кассель? Ну, конечно же, это я. Ой, как будто совсем другой человек. Прошу вас, не господин Амнон, садитесь. Мы сегодня должны с вами поговорить о химии, не так ли? Совершенно верно. Вы были настолько любезны. Знаете, я, наверное, не кстати. Вы куда-нибудь собираетесь? Нет, 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 нет. Я весь вечер в вашем распоряжении. И мы в доме совершенно одни. Нам никто мешать не будет. Да? А мне ничто не мешает. Значит, химия. Ну что ж. Я постараюсь быть доброй учительницей. Только давайте подойдем к вопросу с самого начала. Или, может быть, у вас есть какие-нибудь другие пожелания? Нет, давайте с самого начала. Только позвольте прежде, я сяду вот сюда. Здесь мне не надо будет говорить слишком громко. Я, видите ли, немного охрипла. Пожалуйста, тут много места. Ой. Простите. Значит, химия. О, господин Алман, вы избрали себе одну из самых удивительнейших наук, когда становились на химии. Химики. Химики правят миром. А вы когда-нибудь задумывались, как тесно связана наша повседневная жизнь с химией? Вот, например, это мое платье. Но ведь это не что иное, как результат лабораторных работ. Вот пощупайте ткань, какая она приятная и мягкая на ощупь. Попробуйте, господин Амнон. Ну? Приятная и мягкая. Ну, а как бы, например, без химиков могла бы получиться такая маленькая изящная туфелька? Вы посмотрите, какая чудесная кожа. Она обработана различными химическими составами. Природа! Природа удивительный химик, но человек... Человек во многом обогнал природу. Было время, когда маленькие червячки пряли нам пряжу для шелковых чулок. Но теперь они получили отставку, и наши чулки изготавливаются химиками. И вот вам результат. Вы посмотрите, вот этот нейлоновый чулок, он ведь и красивее, и прочнее, чем натуральный шелковый. Вы вот попробуйте, какой он гладкий. Ну? Ну что вы? Ну что вы, я ж боюсь щекотки. Простите. Но это еще не все, господин Амнон. Химики, они сумели отобрать ароматы у живых цветов. Вот понюхайте, чем пахнет мое платье. Знаете, у меня, наверное, нос не в порядке. Но вы поближе, вот здесь. Это ландышем пахнет. Правильно. Ну, может быть, вам наскучило? Нет, продолжайте. Я обожаю химию, вы так наглядно, так рассказываете. Это меня радует. Мы женщины. Мы же должны быть благодарны химикам за все те маленькие баночки, скляночки, при помощи которых мы, женщины, исправляем свои недостатки. Вот, например... Например, мои волосы. Сказать по совести, они бы ведь никогда бы не были такие мягкие и блестящие, если бы им на помощь не пришла химия. М? Мягкие и блестящие, сказать по совести. Но как у меня пахнет пудра. Эльза, вы знаете, со мной никогда такого не было. Мне плохо. Ну, как будто так хорошо. Ну, тогда я, может быть, принесу лекарство? Нет, не надо лекарства.
Эльза, я дурак был. То, что я вам наговорил, я был неправ, и они все неправы, тысячу раз неправы. Господин Амнон, я не понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, Эльза, моя мама, она всегда мне говорила, опасайся девушек, я так и делал. Она говорила, рано или поздно они возникнут на твоем пути, но сейчас, Эльза, все изменилось. Вы можете смеяться надо мной, можете издеваться даже, можете выгнать меня вон. Но я люблю вас, Эльза, люблю вас с первого взгляда. Ой-ой-ой, как я вас люблю. Может быть, поговорим о химии, господин? Чертам химию, Эльза! Я хочу слышать вас, Эльза. Я хочу созерцать вас. Я хочу упиваться вами, вот именно упиваться. Господин Амнон, напомнитесь, что вы делаете? О, теперь я вас поняла, господин Амнон. Вы прикинулись начинающим ученым, а на самом деле у вас были черные намерения. Вы пришли сюда как коварный соблазнитель, а я вам верила, господин Амнон. Как вам не стыдно, я, бедная девушка, наедине с мужчиной. Я доверила вам свою честь, а вы, боже мой. Нет, я не такой, но вы меня очаровали. Вы же вчера приходили сюда уговаривать меня сыграть роль безобразия. Сегодня вы утверждаете, что я самая прекрасная из всего того, что вы когда-либо видели, но как вас прикажете понять? Ух, неужели же все мужчины так непостоянны? Я же не знал, что вы так красивы, так неотразимы. Ну, не льстите, я вам не верю. И вообще, я вас боюсь. Господин Амнон, я боюсь вас, уходите. Уходите, я хочу быть одна, уходите. Хорошо, я уйду. Уходите, следующего урока не будет никогда. Восемь минут полная победа. Ну, Санту. Мини, что ты думаешь о мужчинах? Я о них уже ничего не думаю. А когда была молодая, они мне нравились. Особенно один на его вела, другая из-под самого моего носа. Санту, там пришел этот агроном, ну, жених на эти Паулы. Что ему сказать? Зови его сюда. Ладно. Пожалуйста. Вот. Добрый вечер. Добрый вечер, Эрки. А разве Паулы нет дома? Нет, она ушла на концерт с какой-то своей подругой. Она сказала, что ты уехал из города, и она получила от тебя сегодня увольнительный. Я уехал?
Кто это такое сказал? Ну, боже мой, ну какое-то недоразумение. Какая разница? А ты не хочешь посидеть минуточку? Спасибо, я не знаю. Если только минутку. Вот. Ну, я ужасно рада, ужасно. Чему же ты рада? Ну как? Тому, что ты остался составить мне компанию. Хотя бы даже и на минуточку. Я ведь одна дома. Ах, Эрки. Ты знаешь, мне иногда кажется, что я так много теряю, когда сижу за книгами в своей каморке. Да, наверное. Вот ведь брюква проклятая, 1-0 в твою пользу. Эрки, Эрки, скажи, а ты ничего особенного не замечаешь? Где? Ну как где? Ну во мне, во мне. Нет, право, не замечаю. Ну как? Ну ты разве не видишь, что я не такая, какая была раньше? Я же изменилась. А ты не догадываешься, почему? Почему я так изменилась, а, Эрки? Нет. Да. Странно. Вот ведь телок йоркширский. 2-0 в твою пользу. Эрки, ты ничего не чувствуешь? Ничего. Почему она так сказала? Ну как? Эрки, ну ты разве не чувствуешь, как бьется мое сердце? Если бы ты знал, для кого оно бьется. Для одного единственного, Эрки. Вот как? Куда же я мог уехать? Да, когда тебя творил Бог, он позабыл положить мозги в твою голову. Ты на меня так уставилась. Но это есть свои причины. Тайные причины. Какие же такие причины? Не скажу. А ты меня лучше даже и не спрашивай, потому что это жестоко по отношению ко мне. Очень жестоко. Эльза, ты должна мне сказать, почему ты на меня так смотришь? У меня что-нибудь не так? У меня что, не в порядке? Нет, Эрки, наоборот. А? Как так наоборот? Я не люблю, когда на меня так пялится. Хорошо, я тебе скажу. Я тебе сейчас все скажу. Я смотрела на тебя, потому что мне нравится твое лицо. Красота и одухотворенность которого делают меня мечтательной. Да. Мое лицо. Да. Мое одухотворенное, мое красивое лицо. Да. Я что-то не понимаю. Ты меня начинаешь злить. А я так и знала, что ты рассердишься. Но мне-то что делать? Вот что мне делать, если мне нравится твое лицо? Вот мне оно нравится, понимаешь? Мое лицо? Да. Что я могу с тобой поделать, если я вот смотрю на тебя
и думаю, боже мой, вот мне бы вот эту бы голову сейчас бы... Что? Как-нибудь вот так бы вот погладить так легко-легко, тихо-тихо, как котеночка. Так. Как котеночка? Рыбка начинает клевать. Это, конечно, ужасно, что я говорю все это жениху своей сестры. Ну и тебе это все не впервой. Ты ведь все это не раз слышал от Паулы. Ни разу, чтобы не провалиться. Эрки, я тебе должна кое в чем сознаться. Давай, выкладывай. Эрки, это ведь я отправила Паулу на концерт. Это ведь я ей сказала, что ты уехал из города. Для чего? Боже мой. Боже мой, вот эти мозги. Они же достойны Нобелевской премии, Эрки. Ну, неужели ты не догадываешься, с чем мне приходилось бороться все это время, Эрки? Ничего не понимаю, но ты говори, говори. Любовь к тебе, Эрки. Что? Ну вот, теперь ты знаешь. Знаешь, для чего я нарядилась в это платье, для чего так разукрасила себя, лгала матери, сестрам. Я сделала смешной себя в твоих глазах. Нет, ты, ты так не говори, Эльза. Это для меня все так ново. Со мной никогда такого не было, Эльза. Ой, погладь-ка еще, как маленького котеночка. Благодарю. Ой, не волос, а свиная щетина. Когда же я начал... Нравится тебе? Сразу, с первого взгляда, сразу. И ты мне нравишься. Ты не такая, как другие. Ты даже не такая, как Паула. Ой. Да ты меня волнуешь. Черт побери. Ну, еще бы, мой ангел. Ой. Ой, как это хорошо, что ты устроила этот вечер для нас двоих. Наконец я смог узнать правду о себе и о тебе, что ты меня любишь. Эльза, ты не должна отчаиваться, ведь нашу помолвку еще не оглашали в церкви. Я имею в виду с Паулой. Ой, моя каша, кажется, начинает убегать через край. Эрки, Эрки, ты не должен так говорить, ты не должен быть таким легкомысленным, Эрки. А я хочу, вот, я хочу быть легкомысленным с тобой, я даже готов с тобой пойти на преступление. Эрки, я тебе должна. Такое настроение. Я тебя должна остановить, я должна быть твердой ради нас обоих. Раз, идти. Зачем же мне ты говорила такие слова? Зачем, Эльза, ты гладила по этой голове? Эльза, зачем ты надушилась ландышем, Эльза? Я тебя сейчас поцелую. Эрки, дорогой. Эрки, давай лучше... Завтра сервиз подарю. Нет, давай лучше посидим спокойно и поговорим о погоде. Я тебя прошу. О погоде я говорил. Успокойся. Эльза, я же... Я сейчас влюблен. Я влюблен сразу. Влюбился по уши. Я хочу говорить об этом весь вечер. До утра. Эрки, садись. Все это идет, никто не должен ничего заметить. Дьявольщина, в такой момент. Ой, извините, там передний профессор Харюла. Что ему сказать? Гоните его вон. Эрки, ты его задержи на минуточку, мне надо переодеться, ладно? Да, попробуй. Эрки, да. Дорогой, мне сейчас надо пойти наверх к себе и переодеться. Я... Снова должна стать безобразной Эльзой, а сегодня я уже тебе не хочу показываться в таком виде. Не надо, ты сейчас в своем настоящем виде. Эльза, погладь меня еще как маленького котеночка, вот так. Эрки, дорогой, но ты ведь пойми, что это ведь только для тебя. Да. Это же наша тайна.
Понимаешь? А? Я понял. Ну вот. Я все понял. Хорошо. Хорошо, но в следующий раз мы с тобой побольше вот это поговорим. На этом мы не остановимся, да? Ух. До свидания. Фу. Ну вот, вторая победа. Странно, странно. Значит, мадам ушла на концерт? Санту так сказала, она одна дома. Спряталась. Узнав о моем приходе, спряталась. Правильно, со мной лучше не спорить. Я отдохну и уйду. Пожалуйста, господин профессор. Смотрите, а? И это здесь есть. И это. Ну-ка, посмотрим. Нет, это не библиотека. Это настоящее сокровище. Здравствуйте. Кто это? У, профессор. Профессор Харьева. Дети Эльза? Простите, ради бога, профессор, я думала, что вы уже ушли, поэтому... Я задержался на минуточку. Я не хотел вас тревожить. Сегодня вечером мне как раз хотелось внести какое-то разнообразие в свою жизнь. Ну, знаете, ну так хочется. Ну, хоть немножечко веселья. Ну, вот я из ребячества надела этот костюм. Хотя я и сама знаю, что он мне совсем не идет, да? Ну, что? Да. Вполне. Можете не говорить, я сама знаю. Я знаю, что мне идет только грубая, строгая одежда, без всяких украшений. Боже мой, я ведь молода, профессор. Мне ведь только 22 года. А все в моей жизни так по-дурацки. Вам не кажется, Нэтча Эльза, что вы сами виноваты в этом? Ну, кто велел вам быть такой грубиянкой? Ну, я не такая уж грубиянка на самом деле, поверьте мне, профессор. Если бы вы знали, что у меня сейчас в душе. Если бы вы знали, профессор, мне плакать хочется. Мне сейчас хочется плакать. Потому что, может быть, хоть это принесло бы мне хоть маленькое облегчение. Значит, вы, знаете, не собираетесь пикироваться со мной? Я умоляю вас, профессор, называйте меня Эльзой. Пожалуйста, просто Эльзой. Благодарю. Хорошо? Благодарю. Спасибо, профессор. Спасибо вам. Спасибо. Значит, Эльза не собирается сегодня нападать? Никогда. Да. Никогда больше в жизни я вам не скажу ни одного грубого слова, профессор. И мне так жалко. Так жалко и так стыдно, что я вам вчера наговорила так много гадостей. Ведь профессор скоро станет моим папой. Это уже факты, хотя я, в общем-то, конечно, я-то не очень рада, что вы станете моим отчимом. Чем же я плох? Самый лучший, профессор. Вы самый лучший. Но именно вот это-то и плохо. Не понимаю, не понимаю. Ну как? Ну неужели профессор никогда не приходило в голову, что его может любить не только моя мама? Ну,
что вы, нет, не найдется не еще только. Такая идиотка, что вы. Но, может быть, и найдется. Может быть, очень близко от вас найдется такая идиотка, профессор. Не понимаю. А может ли профессор представить себе, что я тоже могу быть влюблена? Отчего? Я, конечно, могу представить. Я... Простите, какая здесь связь? Да тем, о чем мы связь, говорим. Профессор, ну ведь очень тесная связь. Ну разве профессор не знает, что молодые женщины очень часто влюбляются в мужчин, которые старше их, если этого мужчины есть деньги, власть, сила, образование, ум. Вот тот, которого я люблю, он отличается очень глубоким умом. А, желаю вам счастья, желаю счастья. Ум – это драгоценный дар, это я знаю по себе. Моя научная деятельность принесет мне бессмертие, например, я знаю это. Я знаю тоже, профессор. Я знаю это, профессор. И вот, наверное, именно поэтому, профессор. Что, что? На что вы толкаете меня? На что? На что вы толкаете меня, профессор, боже мой? Боже мой, ну это же я-то дура. Ну я-то дура, которая влюблена в вас, профессор. Эльза, ты в своем уме? Ой, убейте меня! Растопчите меня, профессор! Я действительно не в своем уме. Ну что же мне делать? Что же мне делать, профессор? Ой, я ничего не понимаю. Боже мой, как часто я смотрела на вас. Когда вы стояли на кафедре, я восхищалась вами. Я боготворила вас, и вдруг вы... Вы приходите в этот дом, как жених моей матери. Боже мой, как жестоко ко мне жить. Как жестоко ко мне жить. Я слышал несколько раз, что студентки иногда влюбляются в своих учителей, и это бывает довольно часто, но со мной, поверьте, со мной никогда ничего подобного не случалось. Это же ради вас я нарядилась в этот костюм. Ради вас я отправила мать и сестру на концерт. Это же вы тот гость, которого я ждала. Это невероятно! Кто это? Это ваша мать. Ой. Это я. Я. Почему? Я давно жду здесь. Это, видимо, произошло какое-то недоразумение. Я сейчас выезжаю. Я выезжаю. Хорошо. Это Виви. Ой. Да, могли бы произойти большие неприятности, если бы я не молчал о том, что здесь происходит. Ой, как стыдно, боже мой. Я совсем потеряла голову, профессор. Не надо, так не надо, так не надо, так не расстраивайтесь. Вы, может быть, уверены, что от меня никто ничего не услышит. Благодарю вас, профессор. Благодарю. Даже Виви. Даже Виви. Ну, старый драндулет. Полная победа. Заставила тебя уже соврать и почувствовать так легкое удовлетворение. Ну, кто следующий? Я всегда найду.
ведь Ирма что-нибудь да забудет. Иногда и самое себя забывает. Теперь вот эту накидку пойду поищу. Дело в том, что мы хотели после спектакля куда-нибудь пойти поужинать. Понятно. Каждый из них с этого начинал. Звонок. Главное, это первое впечатление. Пожалуй, эта квартирка потянет сантиметров на 30. 35-40, раз и не больше. Я не очень понимаю. 30 сантиметров. Я забыл представиться. Рассенен, репортер. Я пишу во все газеты. Получаю гонорар за сантиметры текста. Перти Ора, скульптор. Блестяще. Заодно я сделаю репортаж о вас. Женский журнал «Фемина» его тут же возьмет. Если насовать побольше снимков, из вас может получиться не меньше 2 страниц. Почему вы здесь? Так, мимоходом, в пальто? Тоже самое могу спросить у вас, господин Рассенен. Я договорился с Ирмой Кассель встретиться здесь. Если вы имеете в виду Нейти Ирму Кассель, да? То она сейчас в театре с пышным оперением сзади, с голыми ногами. Именно ее я имел в виду. Итак, вы знакомы с этой семьей, прошу? Да. Как давно вы знакомы? С детства, год, месяц, простите, неделю? Это допрос. А иначе как я их наберу? Я имею в виду сантиметры. А, понимаю. Итак, господин Мороз, кого вы знаете из этой семьи? Вам-то что за дело? Знаком с Нейти Ирмой Кассель. Простите, я этого не говорил. Я сам догадался. Иначе откуда бы вам знать, что она сейчас в опере с пышным оперением сзади. Что-то это может быть хорошим началом для интервью. Неожиданная встреча в доме балерины. Прелестно, правда? Да, прелестно. Сантиметров, я думаю, на 25. Так, вы в пальто со шляпой в руке, значит, вы пришли что-то для кого-то взять. О. Поскольку то, зачем вы пришли, находится здесь, и поскольку вы знакомы с Ирмой Кассель, то вы пришли что-то взять. Гениально. Для нее. Так или не так? Я вам что, последний преступник? Нет, конечно, вы даже не лжете. Так пришел за забытой вещью. Вот она. Это романтично. Это чертовски элегантно. Вы извините, я впустил этих господ, а как их выпустить, позаботьтесь сами. А, это к Санту. Подождите минуточку, барышня сейчас выйдет. Хорошо. Санту, там опять гости пришли. Трое. Какие еще трое? Я больше никого не жду. О, вот он. Господин Орос. Добрый день. Нейти Кассель, моя фамилия Рассенен. Я пришел, как мы договорились. Как? Чего? А вы? Я что, с вами тоже договаривалась? Не во сне ли? Не надо притворяться, я знаю все. Господин Орос пришел пригласить вас в театр. Накидку он только что получил. Вы что плетете? Вы обещали дать мне интервью для артистического журнала. Помните, Нейти Кассель? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так оно действительно и было. Прошу. Благодарю. Начало будет романтично. Господин Морас все мне рассказал о ваших отношениях. Да, он ничего не забыл. Первые поцелуи, рдеющие лица в лунном свете. Блестяще. Это будет сенсационный репортаж. Да, и не забудьте то место. Первый раз я поцеловал Нейти Кассель в кино, так, потому что она очень этого хотела. Да? Да. В таком случае напишите, пожалуйста, что прежде чем кончился сеанс, он уже стоял передо мной на коленях и плакал. Он говорил, что изнывает от любви ко мне. Великолепно. Слезы, это всегда так элегантно. Написали? Да. А теперь давайте мотайте отсюда. Я не в настроении развлекать недоумков. Простите, но мы же не закончили. Вы обещали найти кассу? Моя сестра Ирма в театре. Если хотите ее застать, двигайте туда и быстрее. Я опять ошибся. Да. Черт, это репортаж века был бы, а? Поцелуй, все такое. Извините, найти я не хотел. Надеюсь, что не хотели. Если вам хватит 5 секунд, чтобы убраться, то вы уйдете отсюда без синяков. Конечно, конечно. Найти кассу, я же говорил. Конечно. Все равно из этого выжму сантиметров 15. 10 больше не выйдет. С подзаголовком «Забавное недоразумение». Ну, молодой человек. С вами я тоже попрощалась. Вы мало изменились, Нейти Кассель, с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз. Что значит изменились? Что значит виделись? Ваша личность знакома мне точно так же, как Южный полюс. Да? Да. Простите, этот шрам вам знаком? Да.
Это не от моих зубов. Нет, это не от зубов, это от индейского топора. Правда, это случилось нечаянно. Не помните? Боже мой! Кто это? Перти, сын дворника с Елизаветинской улицы. Ну что ж ты раньше-то не сказал, зараза? Ныне Перти, ора скульптор. Ну я ужасно рада тебя видеть. Здорово. Ужасно. Привет, где ты пропадал? Почему? Лучший кулачный боец нашего квартала. Ну что ты в этом квартале? Слушай, лет ведь 13. Да, ты его что, только сегодня не купил? Давай, скидывай. Совершенно забыл, мне надо идти. Твоя сестра Ирма ждет меня, договорились идти в ресторан. Я заходил за накидкой. Да? Моя сестра Ирма немного подождет. Да. Давай. Не забыл старые штучки? Нет. Подчиняюсь насилию. Ну? Ну? Разящий ястреб нашего индейского отряда. Ой, боже мой, как давно. Лет 13. Вот теперь ты сел, и теперь ты мне расскажешь все по порядку, что с тобой случилось за эти 13 лет. Ну, давай. Ничего. Ну, что значит ничего? Ну, если, конечно, не учитывать, что вот я выучился на скульптора. Когда вы переезжали с Елизаветинской сюда, я ведь скажу честно, глаза разящего ястреба были на мокром месте. Санту! Помнишь, а? Ну. Господи помилуй, надо бежать вызывать врача. Пи-пи. О, ну. Что, уже уходишь? Ирма ждет. Надо идти. Ну, ужасно жалко, что так рано уходишь, Перти. Мне тоже жалко. Рад тебя был видеть. Ну, а я-то как рада. Пока. Пока. Thank you.
бедный мой дитя, тебе, конечно, есть о чем плакать. Если эта помолвка расстроится, тебе будет очень трудно найти человека, который захотел бы обручиться с тобой. Деперенки, целую неделю от него ни слуху, ни духу. Я не знаю, что произошло. Боже мой, как бы я хотела знать, что произошло. Боже, я испытываю такие мучения, у меня такие трудные дни. Что это, Дух? Да, я получила такое странное письмо от профессора Харвилла. Он пишет, что нам нужно подумать о нашем браке, что мы уже не молодые, было все так прекрасно. Он даже поцеловал меня в прихожей. Боже мой, дочь моя, что с тобой? Что-нибудь в театре случилось? Да к черту театр! Не звонит, не звонит. Хотя я жду его каждый день, вот уже целую неделю. Обещал изваять меня и говорил, что у меня гармоничное телосложение. Ну, ради бога, успокойся. Боже мой, тебе нечего плакать. Ты еще совсем молодая. Послушай, ты не одинока. Ты же знаешь, что со мной произошло. Ты меня извини, но ПР я уже действительно не стоит убиваться. Он мой жених, он мне подходит. Ну, дети мои, ради бога, не ссорьтесь. Ну, что мы все несчастные женщины, получившие одновременно удар судьбы. Цветы принесли. Для кого не сказано, сунули ли мне в руки в дверях. Это сон, ущипните меня. Эльза, и три восклицательных знака, и почерк незнакомый. Наверное, просто ошибка. Нет, это не сон, видишь? Цветы для Санты, чепуха. Нет, наверное, просто посыльный ошибся дверью. Наверняка. Что с тобой, деточка? Ну, как она мне не очень? А почему ты не в берете, как обычно? Что все это значит? Это значит, что я иду в город. А послушай, Санту, а эти цветы принесли тебе? Правда? Только что. Как мило. А почему ж ты не посмотришь, от кого они? Ну, я это и так знаю. Эльзе, три восклицательных знака, что все это значит? Ну, это значит, что у меня тоже есть... Поклонник. Поклонник? Ну, кто же это мог бы быть? А вот этого я еще пока не знаю. Еще того лучше. Ты думаешь, мы тебе поверим? И, пожалуйста, не смейся над серьезными вещами. Нам и без того сейчас приходится трудно. Каждая из нас, вот и Ирма, и Паула, и я, обнаружили, что наши сердечные дела находятся абсолютно в критическом положении. Мы уже в течение недели не имеем никаких вестей от тех, ну, я имею в виду от того, с кем мы хотели общаться каждый день. Они вдруг исчезли, все в один день пропали, как по волшебству. Поэтому мы не желаем выслушивать твои шуточки. Мамочка, ну ты меня просто не поняла. Просто я на прошлой неделе поставила эксперимент. Что еще за эксперимент? Ну, я решила проверить, есть ли у меня та сила женского очарования, которой вы все так кичитесь. И что она у тебя нашлась? Ну, ты же видишь, Эльзи и три восклицательных знака. Три. Да, но кто он? Да, кто? Этого я не скажу. Это моя тайна. И давно она у тебя, эта тайна? Ну, я же сказала, что поставила эксперимент на прошлой неделе, а точнее, прошлый вторник. Прошлый вторник я была на концерте. А я в театре одна. А я в опере. Эрки в тот день уехал. Он не пришел на концерт. Он приходил сюда за моей накидкой. С прошлого вторника от Эрки ни слуху, ни духу. И почему он пишет о моем возрасте, о молодости? Имею ли я право знать? А кто к тебе приходил прошлый вторник? Да. И кто принес эти цветы? Ты виделась с Перти? Отвечай, змея. Один господин спрашивает Санту. Санту? Да. Он спросил, принесли ли цветы или ему подождать на улице. Он сказал, что не войдет сюда раньше букета. А, вот сейчас-то мы наконец и узнаем правду. Пожалуйста. Вот это кто, благодарение небу. Добрый день, Нэти Кассель, Эльза. Добрый день, господин Амунен, Узко. Добрый день. Поздравляю,
Я что-то и предполагала нечто в таком роде, если речь идет об Эльзе. Счастливо оставаться. Деточка дорогая, ну что ж ты сразу-то не сказала? Я бы не мучилась так, просто все сердце изболело. Проходите, пожалуйста, и присаживайтесь. Мы не будем вам мешать. Не будем. Очень рада видеть вас, господин Амунен. Сказать по совести, вы действительно желанный гость именно сейчас, именно в эту минуту. Прошу. Благодарю вас. Значит, Эльза, вы совершенно не сердитесь на меня? Нет, нет, нет. Ведь наш урок химии на прошлой неделе закончился, как бы это выразиться, несколько ненаучно. Да, вот. Именно, да. И в этом, признаюсь, виноват был я. Нет. Нет, Эльза. Господин Амнон. Эльза, поймите. Не надо себя ни в чем винить, нет, ради бога. Поймите, я имел беседу по этому вопросу со своей мамой. И вот мама, моя мама, она считает, что по складу, по своему, я совершенно не отношусь к типу соблазнителей. Скорее всего, вот в тот день, когда вот, да, я, наверное, съел что-нибудь неподходящее. Да, да, вот теперь я тоже так считаю. Да. А почему мы на вы-то? Может быть, перейдем на ты, узко? Эльза, давай будем такими же верными друзьями, как были наши отцы. Знаешь, у меня еще есть к тебе одно дело. Я теперь считаю совершенно неприличной шуткой просить тебя сыграть на вечере нашей корпорации вот роль безобразия. Мне пора идти. Мне предстоит урок по химии. Надо торопиться. Мой учитель, один пожилой лектор, до свидания, Эльза. До свидания. До свидания, Узко. Прости меня. Передний этот дожидается, ну, агроном. Пригласи его сюда. Пожалуйте. Эльза. Эльза. Вот. Добро пожаловать, Эрки. Очень рада тебя видеть. Ты знаешь, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Я не могу больше ждать. Прошу. Эльза. А знаешь, как мне было трудно ждать? Я каждый день хотел вот прийти, поговорить. Эльза, погладь меня, как маленького котеночка, а? Погладь. Вот ты знаешь, только я все думаю, что я скажу Пауле, а? Это ведь для меня как валун на пашне. Ведь мы с ней без пяти минут обвенчаны, а тут такое с тобой. Эрки, но ведь ты не хочешь сказать, что мы с тобой там... Эльза, а что же еще? Только выправим бумаги, нас пастор и окрутит. Эрки, я об этом очень много думала. Я тебе буду плохой женой. Просто, вот просто, никуда не годной, понимаешь? Я знаю, почему ты на меня так смотришь. Это удовольствие я тебе всегда доставлю. Красивое лицо, да? Да, очень. Но ты не обидишься, если я скажу тебе правду?
Нос мне твой не нравится. Не нравится, и все тут. А что в нем? Вот нос, я так и знала. Что? Боже мой, я так и знала. Вот этого-то я и боялась. Понимаешь, в тот раз он мне показался даже совсем и неплохим. Он мне даже показался хорошим. Ну вот теперь... Ой. Что? Теперь я вижу, что он абсолютно не в моем вкусе. Я просто никогда не смогу выйти замуж. За мужчину с таким носом. Никогда. Эльза, ну что в нем? Что в нем? Не нравится. Хороший нос? Нет. Эльза, и потом, дорогая моя, нос это не главное... В семейной жизни. Ну, конечно, Эрки. Mm. Ну, конечно же, это так. Ну, как бы... Ну, как тебе объяснить? Ну, пойми, мне ведь придется его видеть, вот этот нос, всю жизнь. Может быть, лет 50 подряд. И вот каждый раз я буду на него смотреть и думать, ну, боже мой. Боже мой, ну, почему у него такой нос? Нет, это будет стоять на пути нашего счастья. Эльза, я ничего не понимаю, Эльза. Я первый раз так приударил за женщиной, что все копыта засверкали. Эльза, дорогая моя! Сначала ты говоришь одно, потом ты говоришь другое. Прекрасное лицо, с этим я могу согласиться. Потом нос. Вот этот нос не такой. Нет. Ну вот так вот вдруг, нос не такой. Ну с чего вы? Эрки, ну дорогой, ну пойми ты, что нос-то у тебя тот же, и ты такой же. Ну вот я уже другая, я уже изменилась, понимаешь? Да. Ну что, ну теперь ты видишь, какая я капризная? Ты видишь, какая я капризная, какая я противная? Нет, я никогда не смогу стать хорошей хозяйкой дома. Никогда просто, понимаешь, Эрки? Ну, давай забудем все, что было. Эрки! Боже мой, Эрки! Эрки! Эрки, что с тобой? Эрки, Эрки, о боже. Ой, господи, Эрки, наконец-то. Эрки, боже мой, Эрки. Эрки, где ты пропадал столько времени, Эрки? Я уезжал. Уезжал? Не успел сообщить. Эрки. Привет. Привет, Эрки. Угу. Ты давно пришел? Я только что вошел. Только что? Угу. Не успел поздороваться. Ой, Эрки. Здравствуй. Ой, здравствуй, Эрки. Ну, Эрки. Скучала обо мне? Эрки, спрашиваешь, конечно, скучала. Знаешь, даже по волосам скучала. По ушам. По глазам. И даже по носу. И по носу. Сант, Перка, я должен начать сразу с извинений. Да ладно, ну прекрати. Ну что за церемония между старыми друзьями? Раньше-то не просили друг у друга извинения, хотя дрались не так, а? Ну, был в прошлый раз более тяжелый случай, ведь это не первый раз, когда я тебя поцеловал, помнишь? Помню, конечно. Мы играли, как всегда, в Дикий Запад. Ты был умирающим, бледнолицым, я тебя спасала. Ложила повязку на голову. Правда, повязка была не намного чище головы. В знак благодарности умирающий воин поцеловал свою спасительницу, так было сказано в одной из захватывающей книги. Я ведь что так неожиданно явился, в этом повинна твоя сестра Ирма. Ирма? Да. Ну, я подумала так. Да, ну, она будет просто счастлива. Мини! Мини! Иду! Мини, попроси найти Ирму прийти сюда. Господин Орос ждет ее. Слушаю. Ирма будет в восторге. Ирма чудо, Ирма. Да, она настоящая женщина. Ну что же, будь как дома, я не буду мешать. Пока. Пока. Ирма! Я даже похудела из-за тебя. Мне уже стало бояться, что ты больше не хочешь, чтобы я была моделью твоей скульптуры. Я работаю. Просто не идет мне из головы.
Ой, я хочу, чтобы я не шла у тебя с головы никакой-то кусок глины. Ты не идешь. Правда? Правда. Ну, значит, я не только модель для тебя, я не безразлична тебе. Конечно. Пожалуйста, господин профессор. Добрый день. Здравствуйте, профессор Харлилл. Ну, а что с вами? Я вас не узнаю. Вы сбрили бороду. Да. Больше не шуршит. Проходите, пожалуйста, мама будет вам очень рада. Благодарю. Ну, какого черта в дверь колотите вы? Это я. Цветы для Эльзы, они что, они означают? Эльза должна сама догадаться. Может. Воняют дрянью какой-то. А что вы в дверь барабанили? Дело ко мне какое? Ну, я надеюсь, что Эльза сама это знает. Мне не нужно говорить об этом. Ведь не так ли? Эльза не заметила мне ничего особенного. Я очень много думал о том, о чем мы говорили с вами вечер нашей последней встречи. Тот вечер. Да. Ну а что произошло-то в тот вечер? Я только доказала профессору, что такие, как он, ничего не понимают в жизни. Нифига. Значит, мне все это приснилось, да? Профессор, мне вам надо кое в чем признаться. Это очень важно. Пожалуйста, я слушаю вас. Профессор, я в тот вечер вам все лгала. Все во мне было не настоящее. И лицо, и волосы, и речь, все было поддельное, а настоящее вот сейчас. И значит, то, что вы говорили о любви своей ко мне, тоже было ложь? Да. Когда? Это жестоко, это ужасно, что вы? Так. Это не может быть. Это зачем это сделали? Зачем сделали это? Ну, я поставила эксперимент в научных целях. Ну, дура. Я вам что, кролик? А почему вздумалось экспериментировать на мне? Я что, не нашла никого другого, как будто я какая-то морская свинка. Боже мой, борода, я же сбрил ее для вас! Ну, я действительно поступила жестоко, я это признаю, профессор. Но я тоже сурово наказана. Я тоже пострадала в результате этого опыта. Я очень рад. Это было очень прекрасно, если вы погибли от этого. Вы посмеетесь надо мной. Я знаю, посмеетесь. Мне теперь не до смеха, поверьте, профессор. Простите меня. Мама! Да? Желаю счастья. Конец известен. Тави! Добрый день. Тави, наконец-то! Боже мой, наконец-то! Ну, где же ты? Боже, что с тобой? Тебя невозможно узнать. Это небольшой сюрприз, небольшой сюрприз. Ради меня. Да, конечно, только ради тебя. Благодарю тебя. Пойдем, дорогой. Пойдем, я приготовлю кофе. Тави, милый, почему ты написал такое странное письмо мне? Дорогой, в жизни человека бывают моменты депрессии, когда теряешь все надежды. Ну, не будем об этом. Не будем об этом, мой дорогой, все позади. Я хотел бы видеть Нейти Эльзу именно сейчас. Конечно, если только она захочет вас видеть. Санту, к тебе пришли. Ну почему бы не оставить меня в покое всем, а? Санту, это я! Санту, я хотел поговорить с тобой, Санту! Иди разговаривай с другими, я занята, понятно? Санту, ну выйди на секундочку, Санту! Ну чего тебе? Если есть дело, давай выкладывай и мотай отсюда поскорее. Да что с тобой, не... Санта? Ну не трогай меня. Теперь я тебя узнаю, ты настоящая
Эльза. Да, безобразная Эльза, да, это так. Ну, Санту, страшилище, чудовище, а Ирма замечательная, прекрасная. Санту, где милая, ты ее оставил? Санту. Где ты оставил свою Ирму, а? Да она для меня всего лишь модель, а Эльза не скульптор, который месит глину. Так я тебе и поверила. Вот давай, иди и меси свою глину к своей замечательной, красивой модели. Меня только Санту. Оставьте в покое, понимаешь? Меня в покое оставьте. Я тебя видеть больше не хочу. И больше не появляйся, и вообще мне плевать на тебя, понятно? Санту. Извини. Прощай.